Когда учился, мне больше хотелось заниматься радиоэлектроникой. Я, в общем-то, этим и занимался. А потом часть моих друзей, однокашников, пошли в мед. Ну и вы знаете, вот есть такой, можно сказать, синдром или принцип стайности. И пошли вместе. И мне понравилось. Я полюбил эту специальность. Было интересно учиться, неплохо мне давалась, можно сказать, медицина. Ну и потом работа. А хирургия – это вообще, я считаю, очень хорошее дело. И вообще работать с людьми и давать им здоровье в гуманном отношении. Наверное, это, наверное, очень здорово.